Визит к натуралистам. Глава Армавира посетил эколого-биологическую станцию в Старой Станице. Выбрали кандидатов. 22 мая состоялся праймерис партии «Единая Россия». Ночь музеев. В Армавире более 3500 человек стали участниками международной культурной акции. Смотрите новости по будням в 19 часов, повторы в 6 утра, в 6:30 и в 12:30 дня. Видеоверсия доступна на сайте городармавир.ру.